Всем привет! Я думаю, если вы смотрите это видео, то, скорее всего, у вас проблемы с телевизором. Сейчас я расскажу на примере вот этого телевизора LG. У него, получается, звук есть, а изображение пропало. Я его вскрою, покажу, что в нем нужно поменять, чтобы он дальше работал, и обязательно выложу ссылочку на подсветку, на запчасти, которые здесь сгорают. Постараюсь выложить все модели максимально, которые я знаю. И плюс, если вдруг что-то там не будет, пишите в комментариях, я обязательно это все добавлю. Прежде чем будете разбирать свой телевизор, если вы решите делать сами, обязательно зайдите по ссылочке снизу в описании, выберите вашу модель, закажите. Я постараюсь выложить все ссылки в описании, чтобы доставка была с России. Это примерно выходит где-то от 3 до 5 дней доставка. И вначале закажите подсветку на свою модель, именно обязательно выберите свою модель. И когда уже придет она, тогда разберете, поменяете. Будет это все во много раз дешевле, чем это сделать вам в сервисе. Зайдите и посмотрите цены на подсветки. Все, поехали! Так, ну вот мы и добрались до самой подсветки. Получается, продается она вот такими вот линейками полностью. Ничего паять не надо, просто отдираете и все. Здесь видно, уже кто-то ремонтировал ее, делал. Поэтому ее в любом случае подвинул. Он даже, в принципе, легко снялась. Здесь она двухсторонним скотчем. Вот так все на разъемчиках снимается. И вставляется новая. Сняли, новую одели. И на этом все. Единственное, что двухсторонний скотч здесь. Эту защитку сняли, приклеили. И готово. Вот и все на этом. Ну, собирать я не буду это все показывать, чтобы видео не затягивать. Кому было полезно, кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, конечно, ставьте дизлайк. Что поделаешь. Всем пока!